Ну, матч такой был боевой, было много борьбы. Наверное, не так много было голевых моментов. Но они были. Ну, как обычно, не получилось забить, нам забили, проиграли. Эпизод такой, который растянулся, состоит по сути из двух эпизодов. Это, во-первых, ранняя замена в первом тайме, с чем была связана. И насколько серьезна травма в вашей памяти? Ну, первая замена была, он просто молодой парень. Поплыл, не справлялся с своим визави. Поменяли на опытного. А Федька, он неудачно упал. Я не знаю, что там за травма, но рука у него не работает, поэтому пришлось сделать еще одну замену. Уже буквально через 4 дня у нас вторая серия. Для вас будет как-то будет настроить, ребят, на реванш или это кубок, другой турнир с чистого листа? Не, мы будем готовиться к игре, просто к очередной игре, которую захотелось бы выиграть. Будем к ней серьезно готовиться. Ну, наверное, будут какие-то реваншские настроения, тоже должны быть, как без этого. В спорте без этого никак. Поэтому будем готовиться.